Российская партия пенсионеров за социальную справедливость выдвинула списки кандидатов на выборах в Государственный совет Чувашии. По единому избирательному округу 58 кандидатов, по одномандатным избирательным округам 22. От партии пенсионеров выдвинулись кандидаты и в депутаты Государственной Думы. По Канашскому одномандатному избирательному округу номер 37 документы подал председатель регионального отделения политической партии Николай Степанов. По Чебоксарскому одномандатному округу номер 38 партию пенсионеров будет представлять юрист Станислав Песин.